Предлагаю вам испечь простые и вкусные армянские булочки на сметане. Хрустящее тесто придется по душе взрослым и малышам. Обязательно возьмите на заметку мой рецепт. Дрожжевое тесто на сметане, которое очень быстро и просто замешивается. Нежное сливочное масло с сахаром внутри, которое пропитывает булочки. Если вам необходим сытный и аппетитный десерт, этот вариант для вас. Подготовьте все необходимые ингредиенты. Добавьте просеянную муку и дрожжи. Замесите тесто. Готовое тесто оставьте отдохнуть примерно на 40 минут. Для приготовления начинки соедините размягченное сливочное масло с сахаром. Добавьте ложку муки, взбейте до однородности. Раскатайте тесто тонким пластом. Смажьте сливочным маслом. Скатайте рулетом, нарежьте небольшими кусочками и выложите на противень, застеленный пергаментом. Отправьте в разогретую до 180 градусов духовку. Перед подачей булочки можно присыпать сахарной пудрой. Приятного чаепития!